выступал здесь сегодня на этой красной дорожке Аллее звезд на Земле. Мы гордимся, что нашу страну на Евровидении в этом году будет представлять именно ты. Это непростая, но очень почетная личность. И мы все рады, что мы празднуем на все 100% для нас. Июня, огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь, за то, что торговый центр «Июнь» позволил себе нам взять эту встречу. И тем более такая приятная музыкальная песня года.